Саша, в первую очередь хочу поблагодарить за такой замечательный просто праздник, который вы сделали. Да? Я прекрасно понимаю, это ваши усилия, то есть это ваше детище, которое вот сегодня мы видели на сцене. Прекрасные ребята, очень перспективные, видим, как все заинтересованы улучшать мир. И хочется спросить о технологии Skyway. Почему именно Skyway вот вы выбрали как пример для того, чтобы предложить студентам как разработку проекта? Почему вы обратили внимание именно на эту технологию? Много же всего. Безусловно, да. Меня интересовали инновационные проекты. И Бернард Шоу уже сказал о том, что есть вещь, которая сильнее всех армий в мире, это идея, которая вышла в время. И когда я услышал презентацию Skyway, так сказать, в мире бизнеса, я, конечно, сразу понял, что это вот эта вот она идея, да, и вышла в время. И я должен внимательно посмотреть на это. Поэтому я обратился и попросил материал для того, чтобы на лекции показать студентам, определить их реакцию. Реакция была, конечно, бурной, было всем интересно. Поэтому вопрос был сразу, а почему нет? Можем ли мы посмотреть, посчитать? Не просто так как бы со стороны пройти мимо и ждать, когда это произойдет, а войти прямо в вот этот ресурс в рамках дисциплины, все, что мы там, экспертизу, все, что прошли, систему управления, и вот попробовать это сделать. Тем более, что если заметили, у нас и другие проекты тоже не игра. Это да, действительно практическая инвестиционная составляющая здесь. Поэтому мы дальше еще прошли. Более того, было интересно, когда я читал краудсорсинг ребятам, да, там краудвотинг, фандинг, да, инвестинг. И да, было интересно посмотреть это там на Nike, как это осуществляет у нас компания, да, и вдруг Nike такой интересный. Да, я об этом все время думал, да, появится кто-то, который начнет управлять, да, крауд, вот эту всю систему общества, да, как это может быть, народная стройка, как это выглядит, да. И я, вы знаете, Юницкого очень, ну, мой респект, правда, я очень понимаю, как это тяжело. Какие долгие годы надо это быть, вынашивать, да, сколько ресурсов нужно, да, всего доброго, сколько ресурсов надо было, я даю отчет, поскольку я не просто преподаватель, я сам бизнесмен, да, и поэтому вот, огромное уважение, правда. Трудная работа, но, я верю, что это будет сделано, абсолютно. У меня такой нюх на это вообще великолепный. И поэтому и ребята-то все готовились с удовольствием, да? Да, видно, что очень прямо вот с творческим подходом подошли девочки, сняли даже свое видео, прям потрясающе, замечательно. Не говорили мне, ведь выезжали в Полевской, да, все это снимали сами там, да, и каждый раз удивляли. Вы не представляете, если бы вы увидели все команды Skyway, которые были в рамках... Мы их увидим. Вы увидите их, да? Обязательно. Вам точно повезет, потому что это интересно. В каждой команде такая интересная изюминка, такое решение, такое понимание формата. Мне было жаль, что у нас только вот две команды, да, но в рамках просто лекции я не мог больше использовать время. Мы готовы прийти и поработать с вашими командами, как-то их поддержать, что-то рассказать интересное новое, потому что на самом деле это вот будущие кадры Skyway, это те, кто будут уже пользоваться и продвигать дальше, да. И сами быть инвесторами. Они будут безупречно хороши, они будут грамотны, профессиональны. И компетентны. И более того, они будут заинтересованы в этом, потому что что ждать-то? Жизнь-то она же, когда поезд из Ромашково ушел и все, а нам пришел Юнибус оттуда. Сели и поехали. На личном Юнибусе. Да. Поэтому огромная благодарность вам за то, что именно благодаря вам все вот это мероприятие случилось. Огромная благодарность. Спасибо вам, что вы появились в жизни нашей тоже. Очень будем дружить. Да, давайте. И краудинвестинг – это хорошая тема, да? Это the best. Я думаю, что это the best. Да, это новое. Я думаю, что вы будете поддерживать нашу технологию не только вот таким мероприятием, а еще и… Приходите на лекцию, заслушайтесь. Хорошо. Краудинвест, вы просто заслушаетесь. Хорошо. Спасибо. Ну, всего доброго. До свидания. Ладно, до свидания.